Здравствуйте. Вы мобильный шиномонтаж вызывали? Сергей Козека за годы работы переобул сотни авто. Его мобильный шиномонтаж актуален каждый сезон. Клиенты «АвтоСОС» знают, помимо основной услуги, железного коня осмотрят и проверят на исправность. А значит, безопасная дорога обеспечена. Часто люди просто относятся к этому как просто переобувка. Но когда мастер подходит к машине, в любом случае, поднимая колесо, у него открывается вся практически подвеска. Здесь можно увидеть состояние пыльника, состояние подвески, пошатать, покрутить, послушать, как подшипники себя ведут. Важная часть процедуры – поставить одинаковые колеса на ведущую ось. Это уменьшит нагрузку на коробку передач. Еще один этап – подготовить и убрать предыдущую резину на будущий сезон. Для каждой задачи свое орудие. Мобильный шиномонтаж в этом вопросе не уступает стационарному. Машина укомплектована по полной. Вот оборудование для компьютерной диагностики, грузового и легкового шиномонтажа. Здесь же сварка. От заказчика шины и час свободного времени. Услуга удобная во всех смыслах. Во-первых, не нужно пачкать багажник грязной резиной. Во-вторых, исключена проблема очередей. В-третьих, вызов на дом специалиста обходится дешевле, чем в обычном шиномонтаже. Всего 40 рублей. Во время переобувки хозяин авто и вовсе может сидеть дома и пить чай. Есть там одно предприятие, они, к примеру, договариваются все вместе, набирают и говорят, там, к примеру, мы хотим завтра переобуть, у них там есть возле работы площадочка, они привозят все свои шины, люди спокойно идут на работу, мы переобуваем там 5-7 машин, вот сразу сделали, люди в обед вышли, забрали свои машины. Мобильный шиномонтаж работает и в будни, и в выходные. Мастер готов подстроиться под клиента. Машина выезжает не только в город, но и за его пределы. Помимо переобувки, есть и другие услуги. В частности, если беда настигла посреди дороги, помощь окажут в кратчайшие сроки, даже ночью. Когда-то машина стала посреди города, тормозной шланг лопнул. Они сами привезли запчасть, сами все поремонтировали и автомобиль пригнали домой. Это было очень удобно и по деньгам даже дешевле, потому что с поломанной тормозной системой это только эвакуатор. Вызвать шиномонтаж на колесах можно по телефону +375 29 329 01 01. К слову, пока смена резины добровольная, но уже с 1 декабря все автомобили должны передвигаться исключительно на зимней. Нарушение ударит по кошельку. Штраф до 29 рублей, за повторное до 145. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.